добрый день. Но сегодня погода такая хорошая. Гром гремит, дождь. Только что дождь прошел. Видите, вот водичка. Вот, но там еще идет одна тучка. Наконец, это жара. Устали мы от жары. Сегодня расскажу вам немножко про медитацию, про опыт свой медитации. Какие штуки бывают вообще в медитации. Это я рассказываю не для тех людей, которые только начинают. Хотя я советую это тоже как брать на вооружение. Когда вы медитируете и когда вы останавливаете вот этот свой внутренний диалог, вот эта говорилка, да, в голове, там, мыслительный процесс, ум, он не может как бы остановиться, ему надо все равно мыслить, и он переходит на другой уровень мышления. Он начинает мыслить образами. То есть у вас в голове начинает уже не мысленный диалог идет, а появляются различные образы. Но с этим тоже на самом деле можно справиться, когда вы начинаете эти образы отбрасывать и концентрировать свое внимание там хотя бы на пустоте, еще на чем-то, на таких объектах, где уму тяжело вот копаться, мыслить, да, вот ковыряться в этих образах. Ну и тогда ум переходит к новой форме развлечений, скажем, да. Он вас может перекинуть совершенно фантастические образы. Ну, я вам пример приведу. Значит, я один раз, когда медитировал вместе со своим учителем, значит, медитация была достаточно глубокая, и вдруг я вижу, что я сижу в монастыре среди буддийских монахов, причем, так сказать, они там какие-то мантры читают, и вот эти благовония вокруг, и вот это вот, то есть вот реальное ощущение, что присутствие своего в монастыре, вот. И я понимаю, что слева сидит один монах, справа сидит другой монах, вот. И я как бы тактильно ощущаю запах этих благовоний, чувствую, и звуки слышу, и могу подробно рассмотреть каждого монаха там. Кто-то перебирает четки, кто-то, как говорится, причем красные у них эти одеяния, вот эти темно-бордовые. Вот. Было совершенно потрясающе, и вдруг, значит, вот насколько ум как бы работает потрясающе, и вдруг, значит, я вдруг понимаю, что я сижу среди них, но сижу-то я вот в этой майке, я на себя как бы посмотрел, я реально сижу в майке среди монахов, в которой я сидел, да, около своего учителя медитирую, в этих штанах, то есть полная реальность, как будто меня переместили с одного места в другое, да, и я сижу, медитирую, вижу этих монахов. То есть вот какую шутку на самом деле ум играет, с тобой начинает играть, вот такие шутки, как бы вот одну реальность подменяет другой реальностью, чтобы тебя увлечь на самом деле. Вот. Ну и я решил все-таки открыть глаза. Когда открыл глаза, я понимаю, что я сижу все-таки в комнате учителя, и мы медитируем. Вот. Ну вот такой вот интересный опыт есть. Есть еще один опыт, был тоже такой совершенно потрясающий. Тоже игра ума, когда медитировал. И вдруг я вижу, что я вишу, как бы в воздухе нахожусь, а вокруг горы находятся, а я как раз вот между горами левитирую в воздухе и в этой левитации медитирую, да, хотя я сижу реально там в комнате на пуфике там, да, на какой-то подстилке имеется в виду. То есть вот такой вариант медитации может быть. Вот. И, естественно, это сбивает, потому что вот момент того, когда я увидел, что я внизу очень-очень большое пространство, у меня появился легкий испуг, думаю, а вдруг я сейчас упаду, настолько реально, да? Я когда глаза открыл, я увидел, что все-таки я на полу сижу, а не над какой пропастью вишу. То есть вот такие вот ум, именно он подстраивает вот такие интересные штуки на вот уже более глубинных уровнях медитации. Ну, а в конце я вам хочу поблагодарить вот всех людей, которые, так сказать, помогают каналу.
Есть люди, которые это делают постоянно, и я им шлю очень-очень-очень много меты, и я в своих медитациях обязательно им шлю мету, вот, чтобы у них все было хорошо, чтобы у них, так сказать, все было замечательно, и здоровье было хорошее, и благополучие было, и гармония была. Вот. Ну вот так. Успехов вам!